Если хочешь понять человека, ты не слушай, что он говорит. Притворись дождем или снегом. Изучай, как он молчит, как вздыхает и смотрит мимо, что улыбку рождает в нем. Посмотри, каков он без грима, с которым мы все живем. Наблюдай, как он входит к детям, к нищим, страждущим и больным. Будь как солнце, как теплый ветер, стань на время ты им самим. Не старайся быть хуже, лучше, без оценки смотри сейчас, прямо в сердце его и в душу, в глубину незнакомых глаз. Если хочешь понять другого, вглубь иди тогда, не вовне. Не всегда стоит верить слову. Часто истина в тишине.